Речь идет о предпринимателях, которые осуществляют деятельность в производственной сфере, в сельском хозяйстве. Это такие виды деятельности, как выращивание овощей, винограда, плодовых деревьев, выращивание рассады, животноводство, рыбоводство, переработка и консервирование мяса, рыбы, а также фруктов и овощей. Значит, предприниматели, которые занимаются данными видами деятельности, установлены как так называемые налоговые каникулы. То есть, если предприниматель впервые поставлен на учет, зарегистрировался в инспекции налоговой, в течение двух следующих налоговых периодов у него налоговая ставка по упрощенной системе будет составлять 0%. Чтобы уйти на налоговые каникулы, предприниматель должен встать на учет налоговой инспекции по месту жительства. При этом доля доходов от услуг, работ или товаров, на которые распространяется налоговая ставка 0%, должна составлять не менее 70% от общего дохода. Сами налоговые каникулы действуют не более двух налоговых периодов с момента регистрации ИП.